Безбилетников накажут рублем. Кабинет министров принял законопроект, который устанавливает административную ответственность за безбилетный проезд в электротранспорте. Особенно часто зайцы встречаются в пригородных поездах. По словам министра транспорта Евгения Лазарева, часто ульяновцы не оплачивают ни свой проезд, ни провоз багажа. Документам прилагается установить размер штрафа в размере от 1000 до 1500 рублей. По причине большого объема пассажиропотока в городском сообщении граждане зачастую пользуются безнаказанностью, идут на совершение административного правонарушения, получая услугу в общественном транспорте без приобретения билета. Указанные правонарушения имеют систематический характер, что в целом приводит к ухудшению финансово-экономического состояния субъектов. Инициативу поддержал директор МУП «Ульяновск Электротранс». По словам Виктора Трипалина, безбилетные пассажиры порой грубят кондукторам, зная о своей безнаказанности. Причем Ульяновская область – один из последних регионов России, где такая ответственность до сих пор не установлена. Введение штрафа не распространяется на детей в возрасте до 16 лет, так как, согласно федерального закона номер 26, установлен запрет на высадку из общественного транспорта лиц, не достигших 16-летнего возраста. Следующий проект призван привести региональное законодательство в соответствии с федеральным законом об организации местного самоуправления при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. Разные мнения есть по содержанию и по отношению к животным без хозяев. Но есть одно направление в целом, в котором все эксперты сводятся к единому мнению. На сегодняшний день ужесточать законодательные требования ответственности владельцев и органов исполнительной власти по исполнению полномочий по данному законодательству. С принятием законопроекта местные власти будут наделены дополнительными полномочиями. Члены правительства единогласно проголосовали за все предлагаемые законопроекты. Далее для вступления в силу они будут направлены на рассмотрение и утверждение в областной парламент. Алина Тихонова, Герман Баранов, Управда ТВ.